Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. И хочу поприветствовать вас пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Позади дни Великого Поста, когда мы учились молиться, учились каяться, учились терпеть недостатки своих ближних, учились видеть свои грехи, а не грехи других. Наступила Страстная Седмица, которую мы с вами прошли, и теперь Светлое Христово Воскресение. Праздник радости, праздник веселья. Все богослужение напоминает нам о той пасхальной радости, которую принес на землю Христос своим воскресением. «Сей нареченный и святый день», говорится в песнопениях Святой Пасхи. Поздравляю всех вас, дорогие жители Щелковского района, с этим великим праздником. Хочу пожелать всем радости, мира, любви христианской, милосердия, Божьей помощи в свидетельстве своей жизнью воскресения Христова. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!